А если ты хочешь совершенно бесплатно получить боевой пропуск третьего сезона в Fortnite, то я хочу тебя обрадовать, ведь у меня в группе ВКонтакте проходит на него розыгрыш. И задания очень легкие, принять участие сможет каждый. Все, что вам необходимо, это вступить в мою группу ВКонтакте, поставить лайк на пост с розыгрышем и ввести мой тег автора GreenSuit магазин предметов. Все итоги пройдут в первые дни 13 сезона, поэтому поставь колокольчик на канал, чтобы не пропустить стрим. Все требования будут проверяться, поэтому скорее принимай участие, ведь, возможно, ты сможешь победить. Ссылка на группу ВКонтакте в комментарии и описании. Ну а мы переходим к самой теме видео. Всем привет, ребят, киберспорт на месте. И в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу про все возможные активации кодов на V-баксы Fortnite и как их вообще можно будет заполучить на ваш аккаунт. А в конце мы с вами разберем, когда появятся первые тизеры 13 сезона. Fortnite с начала ее популярности самым главным для всех игроков было заполучить на их аккаунт V-баксы. И это всегда было нормально, ведь каждому игроку, особенно за долгое время пользования, хочется поиметь на своем аккаунте какой-то скин, кирку и так далее. Ведь бегать в дефолте в скором времени надоест, и хочется чем-то выделиться ото всех игроков в игре, на что люди и покупают себе скины. Но главный минус всего этого – это денежный затрат, который идет на вклад в игру, и чтобы избежать финансовый упад, почти все комьюнити Fortnite пытаются найти халявные способы за получение V-баксов. И главное, на что почти все игроки натыкаются – это специальные коды, при активации которых они получают игровую валюту. И я тоже видел много таких видео, особенно рекламы за рубежа, что при активации специального кода им удается получить очень много V-баксов, что суммы аж доходят до 100 тысяч. И я сейчас вам объясню, есть ли и вправду возможность получить V-баксы с кодов, в размере какой суммы и как это происходит. Итак, что по поводу специальных кодов, которые игроки вводят в лобби Fortnite и им выдают игровую валюту. Я видел большинство таких роликов и могу сделать из этого лишь один вывод, что это является недействительным способом. Ведь вы сами подумайте, будут ли Epic Games делать возможность получения бесплатных V-баксов с помощью кодов в лобби. Ведь все игры держатся на донате в игру от пользователей, с этого игровой жанр и делает свой свое развитие. И поймите, что возможности получения игровой валюты с помощью кода в лобби не удастся. Данная возможность может предоставляться только сотрудникам Epic Games, но точно ее не сольют на всеобщий показ. Так что я не советую вам заниматься такими способами с кодами элементов в лобби, ведь так вы легко сможете потерять свой аккаунт Fortnite, так как эпики видят все, что вы вводите, и это может являться возможным взломом, за что вам и дадут бан. А как правда можно будет получить V-баксы через коды, это с помощью специальных и официальных брошюр с коллаборацией Epic Games. Чаще всего данная возможность предоставляется только игрокам определенной платформы, к примеру, PlayStation 4 и Xbox. Ведь почти всегда PS делают коллабу с Fortnite в виде скина и 2000 V-баксов за покупку джойстиков PlayStation и наушников. И 11 июня вышла премьера PS5. И я уверен, что нас ждет новая коллаба с Fortnite, за что мы сможем получить V-баксы. И еще о кодах, его можно активировать в официальном списке кода погашения на сайте Epic Games. Вот такая информация по поводу кодов с V-баксами, так что не ведитесь ни на какие уловки, ведь вы так легко сможете потерять свой аккаунт. А также за что мы еще сможем получить игровую валюту Fortnite, это за возможную компенсацию от эпиков игрокам, которая станет в виде V-баксов. Как скоро она наступит, еще неизвестно. V-баксы это хорошо, но главное, что нас с вами ждет, это 13 сезон, а главное, первые сливы тизеров к нему. И как уже стало известно, что уже к 17 июня начнут их активно сливать Epic Games. Ну а вы спешите принимать участие в розыгрыше на боевой пропуск у меня в группе ВКонтакте, ведь вместе с пропуском будут еще выдаваться 1500 V-баксов. Вот такую информацию сегодня я смог вам донести. Не ведитесь ни на какие уловки в виде кодов, а лучше ждите компенсацию и мои розыгрыши. Ну а вы в свою очередь не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, вводить мой тег автора GreenSuit магазин предметов и писать комментарии. С вами был Greens,
Ну а я пошел готовить для вас следующие видосики. До новых встреч!